Всем привет, друзья! Как всегда, с вами Намко. Сегодня играем мы, как он называется, режим Dark Moon Event, или что это? Я не знаю вообще, что это такое, потому что я не слышал об этом. Я только сегодня, когда зашел в Доту, увидел что-то я такое увидел, решил сыграл, открыл сет какой-то на Акса рарный, по-моему. Вот он, вот этот сет мне дали. Сыграл я всего две игры. Две игры были они на Зевсе. И сейчас я думаю, может быть, кого-то другого взять. Или же опять Зевсика. Во второй игре, вторую игру подряд, тип ливает у нас. Почему, непонятно. Непонятно. Ну, я надеюсь, что он зайдет. Если он не зайдет, в принципе, в четвером смысла играть нету. Мы не сможем ничего сделать здесь. И неизвестно, можно ли отсюда выйти, не дадут ли тебе какие-то там лоу приоритеты, всякую такую хрень. Но вроде как раньше можно было выходить из таких игр. Сейчас не знаю, потому что эти дебилы могут сделать так, что нельзя будет выходить. Надо будет играть до конца. Посмотрим. Просто я устал уже сидеть в лоу-приоритете. Ну, как устал? Мне не напряжно там играть. И, в принципе, игры меня там устраивают. Но просто как-то время тратишь. Просто тратишь время. Приходится отыгрывать. А у меня никто не пойдет? Я пойду куда-нибудь. Куда мне... Вот сюда пойду. Что-то у меня не пошло. Бэм. 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 Значит, первый раз, когда мы играли, мы дошли до тайдов или до морфов, кто там последний из них, что-то такое, я припоминаю, что-то там такое было, тайды или морфы. А, стоп, нет, были зомбари, катапульты нас похоронили. Я вспомнил, катапульты нас похоронили. Почему вверх никто не стережет? Что происходит? Давай попьем. Да, я чую, не зайдет этот дурачок. Они то ли специально ливают, то ли не специально, непонятно. Как будто они видят, что, допустим, взяли ихнего героя, на котором они хотели играть, и выходят. Возможно, так. Не знаю. Репортить здесь нельзя, да? Ну, если репортить нельзя, скорее всего, свободный выход отсюда имеется. А вчетвером смысла играть нет, потому что далеко вы не пройдете, скорее всего, потому что все-таки тяжеловато вчетвером. Очков дают столько же, и как бы вы просто тратите время свое.
А, вот еще фонтан есть, кстати, я его только заметил. Он как он умер-то, я не понял. Крайне не хватает маны, пойду, наверное, ближе к базе. Там натурот, а? Ну и что, и как мне быть? Прям перед носом выжрал у меня святыню, или как это называется? Да, святыня. Фух. Наконец-то закончился этот дебильный уровень. Так, что взять? Вот так, вот так, вот так, и все. ТПшки продать нельзя. Нахрен я их собрал тогда? Ух ты! Ух ты, ты! Что ты делаешь-то? Эх, сейчас подстаны, подстаны! Блин, первая игра была самая удачная. Там люди более-менее играли нормально. Здесь что-то дохнут все. И я, походу, сейчас еще сдохну. Святыни не резаются каждый уровень, ну-ка. Надо это глянуть будет. Видимо, нет, да?
Так, ладно. Что купить? Линзу. Она здесь, в принципе, мне не сильно нужна, но... Ну как, она нужна, но... Так спорно. Она вроде как хорошая штука. Раньше побольше, стою подальше, но... Монореген очень нужен. Собирать ветерок. Бред, он здесь, в принципе, не нужен. Эй, дура. Хорошо, что крипы не сбивают сейчас ману. Иначе бы совсем тяжко бы было. Я успел нажать кнопку. Все будет. Фу, золото, смотрите, сколько у меня. Чую, это последний раунд. Так, линза есть, давайте возьмем еще. Зачем здесь ботл? А еще звездочки он нарисован. Ботл. Это знак какой-то. Ну как я буду заряжать ботл? Это что-то бред какой-то. По-моему, это какая-то лажа. Ладно. Ух, курятина. Стой. Стой. Стой, я тебе говорю. Ах ты. Нет, ты понял? Она, видишь, от меня бегает. Боссы, стопендер, стопендер. Да блин, а она неуязвима. Все, она убегает, типа, да. Нельзя. Ну что, у нас 1800 монет. Начнем собирать Октариниус. Или ветер. Но ветер, по идее, еще скорость передвижения даст. А, реген маны. Блин, но он здесь нахрен не нужен, в принципе. Очень спорно.
Пойду к снайперу, хотя он вроде справляется. Нет, все-таки пойду, я помогу. Снайперу хана. Не добежит, чую. Это только даже половины нету, прикиньте. Тяжело. Ну, вроде справляемся пока что. Но это, грубо говоря, начало. Все как-то не так потно, конечно, как на каком-нибудь милишнике, если бы я был. Так, все манго сожрал. А где? А, вот. Вот они. А где еще есть святыня? По-моему, здесь больше нет, да? Нету. Мьёльнир. Зомбачки. Медузы маны кончилась моментом. Момент. Блин, я их не пробиваю с магией почему-то. Очень тяжело. Ой, гуля бежит. Ой, они меня жрают. Ух ты. Это все печально. Очень печально. По-моему, это конечно. К сожалению.
пока держимся, но что-то вообще как-то неуверенно. Хотя нет, это не конечный, но вот, наверное, следующее будет уже конечный. Жестяк, жестяк. Стоит. Заблудился. Зомби. Ух. Так, ну, по новой манго, шманго. Маны конкретно не хватает. Не знаю, можно будет попробовать следующую карту собрать. Ветерок. Может быть, с ним будет полегче. Ну не знаю, сомневаюсь. Блин, столько денег потратил на эту ману. Тайды, тайды. Тайдики. Пойду к снайперу. Мы с ним в дуплете вроде нормально работаем. Может, здесь таланты лучше качать? Попробовать посмотреть, что там за талант. Какие годные есть. Вот плюс 2 маны в секунду. Взял. Вышел. Вышел. Да ты шо, тай. Нет, нет, нет. Я не согласен. Я не хочу умирать. Но, ну не, да, это конечно, это невозможно, вы шо? Вы шо, уважаете? Тут как бы даже выкупаться смысла особо нет. Ревич, ревич, ревич. И умер. И умер. Сурки у них почти 500. О, открылся сундук. Давайте попробуем бахнуть, что там выпадет. Ну-ка, ну-ка. Какая-нибудь хрень сейчас опять вылезет. Сокровищница. А,
Блин, надо было ее открыть. А где вообще она получается у меня? Вот она. Этот предмет можно использовать ограниченное количество раз. Чтобы открыть сокровищницу, нужно или печать. Чтобы открыть эту сокровищницу, не нужно ни печати, ни ключа, она уже. А как? А, во. Ну давайте посмотрим, что выпадет. Понял, что это за дерьмо. Это рарный. А, понял. Рарный сет на легион, что стоит он 545 рублей. Ну слушайте, в принципе, подарки достаточно недешевые, я так скажу, да. Ну не знаю, может быть какие-то там по 50 рублей выпадают, но мне второй раз выпадает вроде неплохие вещи. Вот сет на Акса выпал рарный, сколько он там стоит, хрен знает. Но проблема в том, что эти вещи скорее всего продать нельзя, и как бы давайте посмотрим. Нельзя продать, а передать или продать. Вот. Видите, как бы. Да, он стоит там 500, он может хоть миллион стоить, но если я не могу с ней ничего сделать, то какой смысл от этих шмоток, вообще не понимаю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот режимчик. С вами был Намко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Может быть там какие-то стратежки есть, рассказывайте, пишите в комментариях. Мне будет это интересно. Все, всем пока.